Библейский портал экзегет.ру представляет. Шестнадцатая глава послания к римлянам в рамках портала «Экзегет». И мы читаем эту последнюю главу. К ней будет крайне мало комментариев, потому что здесь большое количество имен людей, о которых мы практически ничего не знаем. И зачем она в этом послании? Ну, Павел передает приветы, кого-то рекомендует, кому-то какие-то детали уточняет. Показать, что все это живое. Вот, наверное, мы не знаем этих людей, но для Павла они были значимы, что христианство – это не некоторая абстрактная схема, но вот здесь Павел общается с этими людьми, они для него важны. Он хочет, чтобы и римская община их признала или передает привет всем, кого он знает внутри этой общины. И, может быть, какие-то детали нам будут любопытны. Представляю вам Фиву, сестру вашу и служительницу церкви Кенхрейской. Кенхрея – это неподалеку от Коринфа в Греции. Интересно, что первая упоминает женщину, то есть у женщин бывает и очень серьезная роль церкви. Примите ее в Господе, как подобает святым, и предоставьте все, чтобы ей у вас не потребовалось. Вероятно, она и отправляется в Рим, возможно, везет это письмо с собой. Она и сама была радушной хозяйкой для многих и для меня тоже. То есть Павел жил в ее доме. И она не просто принимала его, там, обедом кормила, но она предоставила ему все, что нужно. Он просит римскую общину также позаботиться о ней. Вот принцип церкви, общины как единого организма, как в семье. Да? Приезжает там тетушка из Житомира. Надо, конечно, ее встретить, там, приютить, накормить, поводить, там, показать ей что-то. Не потому, что она там денег кому-то дала, но просто потому, что это... естественно. Приветствуйте Приску или Прискиллу, тут вот разные рукописи дают разные варианты, и Акиллу, соработников моих во Христе Иисусе. Это супружеская пара, которая упомянута в книге Деяний, довольно подробно об этом известно. Соработников моих во Христе Иисусе, они действительно были соратниками Павла. Ради души моей они рисковали головой, благодарен им не только я, но все церкви среди язычников, а с ними и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпенета, первое приношение Христу от Ахайи. Приветствуйте Марию, много потрудившуюся для нас. Вот каждому он дает какую-то свою оценку, а при этом, кстати, Приску и Акиллу он не только их приветствует, но и церковь домашнюю. Да? То есть, очевидно, их дом становится местом встречи для членов их семьи, для каких-то вот людей, которые там вместе встречаются. Приветствуйте Марию, много потрудившуюся для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, моих соплеменников, то есть тоже иудеев, бывших со мной в заключении. Они известны среди апостолов и стали Христовыми еще прежде меня. Да, то есть вот он упоминает, что он даже поздний такой обращенный в христианство человек. Приветствуйте возлюбленного мною Господи Амплиата, приветствуйте Урбана, соработника моего во Христе, и возлюбленного моего Стахия, приветствуйте испытанного во Христе Апеллеса, приветствуйте домашних Ариставула, приветствуйте соплеменника моего Родиона, приветствуйте тех из домашних Наркиса, кто в Господе, приветствуйте Трифену и Трифоса, потрудившихся для Господа, приветствуйте возлюбленную Персиду, много потрудившуюся для Господа. Вот и как он их оценивает, да, возлюбленные, потрудившиеся для Господа, да, вот возвышает и, соответственно, называет очень много имен поименно, а не списком, потому что каждого он хочет обнять лично. Приветствуйте Руфу, избранного в Господе, его мать, она мать и мне. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Эрма, Патрова, Эрмия с ними, с их братьями. Приветствуйте Филолога и Юлию, и Нерея с сестрой, и Олимпана со всеми святыми. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Вас приветствуют все церкви Христовы. Да, то есть вот принцип взаимного общения церкви, то есть общины поместные. И небольшое предостережение. Призываю вас, братья, следить за теми, кто производит разделение и соблазны относительно принятого вами учения, ну, то есть сбивает с пути, вводит какие-то новые варианты христианства, которые на самом деле не христианство, и от таковых уклоняться. Таковые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а собственному чреву. Гладкими и красивыми речами они сбивают с пути незлобивые сердца.
Ваше послушание известно всем, так что радуюсь за вас и желаю вам быть мудрым в добрых делах, а не смышленными в дурных. Вот прекрасный принцип, да? Мудрость и такая несмышленность, не то, что человек избегает дурных дел, просто не понимает, что это такое, как младенец там, трехлетний, не понимает взрослых дел. И Бог, податель мира, тогда повергнет сатану вам под ноги. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Приветствует вас Тимофей, мой соработник, и соплеменники мои Луций, Ясон и Сосипатр. Тимофей, кстати, тот, которому два послания. Павел с ним путешествовал. Приветствую вас, и я, и Терций, записавший это послание в Господе. То есть Павел не сам писал руками, но у него был секретарь, который это помогал ему делать. Приветствует вас Гай, гостеприимный хозяин для меня и для всей церкви, в доме которого они встречались. Приветствует вас Эраст, городской казначей, брат Кварт. Это все, по-видимому, в Коринфе происходит, и, соответственно, вот уже своя община там сложилась. Благодать Господа нашего Христа Иисуса со всеми вами. Аминь. Ну и напомню, что в критическом, то есть в восстановленном варианте текста, близком к изначальному, здесь отрывочек, который в византийском тексте, мы его читали, встречался в конце 14 главы, а мы дочитываем 16-ю. Прочитаю еще раз, хотя мы уже это читали, конечно, в 14-й. «Тому, кто силен вас укрепить, проповедано мной Евангелие, весть об Иисусе Христе в откровении о таинстве, сокрытом с древних времен, а ныне явленном в пророческих писаниях и повелению вечного Бога, ставшим известным всем народам, чтобы они покорились вере, единому мудрому Богу через Христа Иисуса. Слава во веки веков. Аминь». И на этом завершается послание к римлянам. Эти заключительные словословия, наверное, комментировать нет смысла. Но вот молитва как способ проститься с людьми, поприветствовав их лично одновременно и воздав хвалу Богу. А на этом мы завершили чтение самого большого и самого, наверное, значительного из новозаветных посланий, послания к римлянам.